Я тут захвачу целый сервер. Моя здоровенная булава. О, Нубик, привет. Мне нужно делать квестик. Бегают, отбирают у меня флажочки. Эй, вы на канале Джуза Плей, и это новый выпуск по симулятору молота. В общем, ребята, для вас у меня есть такая новость. Я сделал последний реберт, и все это без доната. Прокачался. О, здесь еще что-то новое добавили. А когда я прокачивался, здесь я уже купил последнее. И новые молоты появились. Нет, новых молотов не появилось. И еще здесь добавили какой-то рандомный квест. Рандомное задание. Что нужно сделать? Нужно сделать, захватить флаг, собрать 27 тысяч поинтов, захватить флаг, убить игроков и удержать гору. Интересно, будет ли мне легко это сделать, если я прокачался до последнего реберта? Ну-ка, ребята, подвиньтесь, пожалуйста, я здесь постою. Мне нужно сделать квест. Прогресс идет, квест засчитывается. Замечательно, но нужно будет еще флажки мне отжать у ребят, чтобы было вообще четко. Ну что, кто попробует со мной сразиться, подойдите ко мне. Че, я просто так качался, что ли? Ну, конечно, сейчас какой-нибудь придет с последним молотом, с последней планеты. Я, кстати, даже не знаю, что за последняя планета там. Это очень долго нужно прокачиваться без доната. Так, какой у нас тут прогресс, давайте глянем. 38 я уже собрал, 39, еще 7 поинтов остается. И все будет четко, ребята. Квест мы частично выполним. Угу, мне еще нужно будет убить 6 игроков. Башню мы захватили. Замечательно, пойдемте сражаться, выполнять следующий квест. И параллельно захватывать флажки. Этот флажок мой, ребята. Ты против, что ли, или не против? Вот, молодец, не против. Поэтому мы забираем у тебя флажочек. Побежали захватывать следующий. Бежим, бежим, бежим. Я тут захвачу целый сервер таким образом. И никто не смеет мне помешать. Не-не-не, это мой флаг, ты чего отжимаешь? Сейчас я захвачу этот и пойду возвращать свои позиции от этих негодяев. Ох, какие вы засранцы, идите сюда, сейчас. Я покажу, кто здесь с последним престижем 9. Вот, не трогай, все это мой флаг. Сейчас смотрите, собирает. Имеет же наглости забрать у меня флажочек. Есть тот, кто мне может помешать? Нет, здесь пока никого нету, кто мне сможет противостоять. Это очень-очень-очень хорошо. А, вот, смотрите, какие засранцы. Мои флажки отбирают. Да ты не трожь мой флажок. Здесь мой флажок был. Я его захватывал. О, и там тоже отжали у меня флажок. Ничего себе. Да и везде, смотрите, везде отжимают у меня флажки. Что за наглость вы себе позволяете? Я заберу все флажки. Так, подвиньте, это мой флажок. Теперь все. Уходи. Что мне еще осталось сделать по квесту? Мне осталось только поинты от флага собрать. Ну, хорошо, мне придется удерживать этот флажок. Мне нужно делать квестик. А квест делается достаточно долго, если у тебя только один флажок. Здорово, чё, хочешь на меня полезть? Ну, ты слишком близко подошел, поэтому моя здоровенная булава просто тебя уничтожила. А, ты с 8-м престижем. Ты думал то, что ты здесь самый сильный и... будешь захватывать этот сервер? Но я тебя обломаю немножечко. Стоп, я видел, там какой-то молодой человек пробежал и хочет захватить мой флажок. Но он не добежал, он уничтожился в лаве. Кстати, ребята, напоминаю вам, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки этому видео. Тем самым вы поддержите развитие меня и моего канала. А это означает то, что будет выходить еще больше крутых видео по Roblox и не только. А мне почему-то медленно засчитываются поинты от флага. Почему так медленно? Давайте еще что-нибудь захватим. Очень медленно, а то идет прогресс. Вот этот флажок тоже мы себе присвоим. И вот тот дальний. Кстати, я могу в принципе вообще все флажки захватить здесь. У всех отжать, но у меня здесь не хватит скорости бегать и забирать флажки. Потому что здесь слишком много людей на сервере. Вон, смотрите, целая толпа нубиков. Ну, я думаю, вот этот последний флажок захвачу, и все. И все, и квест мне засчитается, конечно, сколько? Мне денег там вообще мало дадут. 39 всего лишь квинтиллионов. Это очень мало, ребята, для меня. Я за эти денежки себе ничего толком-то и не смогу приобрести. О, смотрите, квесты увеличиваются, все больше и больше нужно делать. А приз растет денежный. О,
Нубик, привет. Привет, Нубик, извини, мне квест надо делать. Кстати, игра сама подталкивает, получается, на уничтожение других игроков, чтобы мы сражались и воевали. А я могу себе купить следующее оружие? Да, я могу купить, по всей видимости, вот этот молоточек. Молоточек приобретаем. У меня награда за квест растет? Нет, не растет. Я думал, если я возьму крутой себе молоточек, мне награда за квест будет расти. На, не тут-то был. Эй, флажки-то мне оставьте. Нобики, малютки, мой флажок. Здесь уже опять больше делать нечего. Я здесь всех победил, флажки позахватывал, но держать я могу всего лишь парочку, потому что здесь слишком много нобиков, и они все бегают, отбирают у меня флажочки. Поэтому, я думаю, можно на сегодня завершать эту серию. Если у вас есть предложения какие-то еще по этому симулятору, обязательно пишите в комментариях. Я, в принципе, выполнил для себя челлендж. Я без доната прокачался полностью. Ну и на этой ноте я с вами прощаюсь, ребята. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.